Известно, что некоторые собаки с помощью нюха умеют определять такие болезни человека, как рак, малярия, Паркинсон, диабет. Пес по кличке Малыш, например, может буквально учуять вирус лихорадки денге. На сегодняшний день в разных странах, например, во Франции и США, проводятся исследования, призванные подтвердить способность собак определять, инфицирован человек коронавирусом или нет. В Великобритании исследования проводят специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Дармского университета. На эту работу организации получили грант в размере 500 тысяч английских фунтов. Мэри Гест, одна из руководителей исследования, сказала, что эта маленькая попытка ученых может помочь спасти жизни огромного количества людей. Обучение собак занимает обычно 6 недель. По итогам принимается решение, был ли результат положительным. Дрессировщик пса по кличке Малыш уверен, в случае успеха собак будут отбирать специально для определения заражения человека ковидом. Он сможет определять именно эти симптомы, характерные для человека, зараженного этим вирусом. Собака сможет выявлять людей с коронавирусом данного типа по характерному запаху. Например, собака сможет понять, есть ли у человека температура. Также можно будет диагностировать жар или простуду. Идея заключается в том, чтобы использовать таких собак в аэропортах для контроля въезжающих пассажиров. Ожидается, что каждый пес сможет проверить до 250 человек в час. Разумеется, для работы с таким количеством людей будут задействованы только дружелюбные породы собак. Например, золотой ретривер, лабрадор, традиционно принимающие участие в подобных научных исследованиях. Кроме того, для дрессировки в медицинских целях возможно использовать и дворняк. Профессор факультета ветеринарной медицины Университета Сан-Паулу Адруалдо Занелло объясняет, что уникальное обоняние собак развивалось в течение нескольких тысяч лет. Для собак нюх – это главное оружие. С помощью него они получают информацию о мире. Она определяет их представление о времени, помогает оценить внешние риски. С точки зрения анатомии, разница с человеком очевидная. У собак есть около 300 миллионов рецепторов. Чтобы не подвергать риску инфицирования дрессировщика, необходимо соблюдать жесткие меры предосторожности и профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Я считаю, что во всей этой работе важно действовать совместно с разными ведомствами, с разными специалистами. А главное, нужен постоянный пристальный контроль, насколько на самом деле эффективно использование собак для определения людей, зараженных коронавирусом.